Югорчане встретились с легендой футбола. В Ханты-Мансийск с рабочим визитом приехал прославленный советский футболист, бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной СССР Евгений Ловчев. На встречу с экспертом Федерального спортивного канала пришло около сотни человек. Это юные футболисты с родителями и просто любители футбола. Евгений Ловчев ответил на вопросы собравшихся, рассказал о своей книге. После брифинга издания с автографом автора мог получить любой желающий. Сегодня в рамках рабочего визита Евгений Ловчев проведет мастер-класс для воспитанников Академии ЮМС.